Слышите, да, это? Слышите? Это праздник. Ой, не успели. В общем, всем привет, дорогие друзья. С вами Большой Ди. Просто Ди. И да, мы в городе, да, это Шымкент по-прежнему. О, минусовка включилась дальше. Или плюсовка. Мы идем... Куда мы идем? Куда мы идем? Мы идем туда. На звук музыка. В общем, да, я знаю, мне надо постричься, я оброс. Не пишите, не гневайтесь. Сейчас мы идем на праздник, так сказать. Посмотрим, что там, как там. И повеселимся. Потому что они поют, мы будем петь и веселиться до утра. Так, где наши? Где наш? Иди нахуй! Что вы, противогаз снимите? Где наши, говорю? Ищем. 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 В общем, друзья, я не знаю, как меня слышно, но у нас такая туса. Мы пошли по столам. Зачетные. Глянем сейчас быстренько. Один, да, по-любому. Второй тут выкидывай. Так, стой, сюда. Ух ты, искусство, искусство будет жить вечно. Так, второй этаж. Ты что, не была в кинотеатре «Казахстан» никогда? Ребята, мы давно не были в кинотеатре. Этих я не знаю. Мы давно здесь не были, это уже давно не кинотеатр. Но... Это все-таки прикольно. Нормально? Явиться сейчас нужно. В общем, дорогие друзья, вот так вот переделали кинотеатр «Казахстан». Ой, я сейчас не помню,
как его называют, во что его переделали. Ну, в общем, короче, это теперь не кинотеатр. Все. Живите богато, в мире и согласии. Сегодня замечательный день. Сегодня день, седьмой день, который дает возможность нам сказать «простите» и «благословите». Давайте, чтобы мы все вместе сказали друг другу «простите» и «благословите». Добрый путь, наш праздник Масленица. Сегодня на сцене очень много у нас детей. И так как в этом году год детства, год молодежи, мы постарались показать самое красивое, что у нас есть в нашем доме, в нашей семье, в нашей стране. Это наши дети. Сегодня на сцене очень много коллективов будут принимать участие, практически около 1000 участников нашего события. С праздником! Гуляй, Масленица! Аплодисменты! Ну что ж, дорогие друзья, досмотрели мы не полностью Масленицу концерт, но было прикольно. Естественно, вы увидели нарезки, кадры, потому что все я, наверное, вставлять не буду. Да я все, в принципе, и не снимал по кусочкам. То, что, так сказать, нравилось. Вот. А сейчас я хотел бы обратить внимание на данный аппарат. Вот это аппарат. Вот это не Васик. Классный. Ну а мы идем к нашему аппаратику, к нашему Гольфасику. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, нажимайте обязательно на колокольчик, подписывайтесь на Инстаграм, чтобы все было как надо. Вступайте в группу, если хотите. В общем, мы уже подходим к машинке. Думаем, скоро будут какие-нибудь первые видео с выездами на природу. Всем удачи, всем пока.